Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами устройство Huawei Y90. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить язык системы. Для этого открываем приложение настройки, спускаемся вниз, выбираем пункт «Система и обновления», выбираем языки ввод, языки регион, добавляем другой какой-то язык, выбираем, какой язык хотим установить и нажимаем «Изменить». Вуаля, язык системы был успешно изменен. Хотим опять поставить русский, выбираем просто русский. Вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.